топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Ушел Валера Хлевинский. Мой коллега по современнику, кинопартнер и просто друг юности. Мы жили в общежитии на Манежной 9, ко в 7, в огромной квартире, принадлежавшей любовнице Ленина революционерке Инессе Арманд, написал в инстаграме Садальский. Шоумен сообщил о дате и месте похорон друга. К посту он прикрепил архивные фото с Хлевинским. Посмотреть эту публикацию в инстаграм публикация от Стас Садальский, собака Стасадал, народный артист России Валерий Хлевинский не был широко известен в кино, зато сыграл множество ролей в театральных постановках, был известен в «Современнике» и театре Табакова. Последние годы он активно преподавал мастерство актерской игры в школе-студии МХАТ. О кончине звезды сообщили в театре имени Чехова. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.